Чеснок – одна из немногих культур, которую обычно высаживают осенью. Именно озимый вид этого растения считается наиболее вкусным. Однако холодное время года является тяжелым испытанием для такого морозоустойчивого сорта, поэтому в данной ситуации без подкормок обойтись никак нельзя. Сегодня мы расскажем о том, какие удобрения лучше всего использовать при посадке чеснока. Этот овощ можно выращивать на всех типах почв, обладающих нейтральной кислотностью, за исключением глинистых. Высаживая чеснок, добавьте в лунку следующее удобрение. Карбамид из расчета 2 спичечных коробка на 1 квадратный метр. Этот препарат можно использовать только если почва сильно истощена. 5 кг перепревшего навоза вносится на 1 квадратный метр грядки примерно за месяц до посадки. Нитрофоску добавляют в пропорции 1 спичечный коробок на метр квадратный. Благодаря такому средству головка чеснока вырастет крупной. На суглинистые почвы вносят смесь из 200 граммов древесной золы, 1 столовой ложки нитрофоски, такого же количества суперфосфата и ведра перегноя. Подкормка этим комплексным удобрением производится всего один раз. Древесная зола помогает спровоцировать рост луковицы, поэтому ее добавляют в лунку при высадке из расчета 500 граммов на 1 квадратный метр площади.